У США «Виктория», у нас очередной этап спартакиады, это вид волейбол для команд среднеспециальных учебных заведений. А, уже состоялись соревнования по мини-футболу среди студентов, и на сегодняшнем этапе волейбол подведены будут итоги мини-футбола и вручены призы и награды победителям этого вида спорта. Анапа является экспериментальной площадкой подготовки волонтеров к чемпионату мира 2018 года. На этом мероприятии присутствуют представители Росмолодежи, команды 2018, которые обращают внимание на то, как город занимается подготовкой волонтеров и сами проводят занятия. По итогам соревнований победителем между среднеспециальными учебными заведениями стала команда Анапского индустриального техникума. А среди высших учебных заведений первым стали волейболисты университета имени Шолохова.